Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, если хотите больше серий с троллингом, прямо сейчас ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, и мы с Жекой будем записывать троллинг как можно чаще. Да, конечно, и, собственно, я пошел строить для тебя какую-нибудь фигню. Как обычно, я тоже пошел. Все, давай. Ну все, давай, иди, пердун. Ой, школотрон, давай, все, пока. В общем, ребята, вот мой троллинг. Сейчас я вам покажу, что мы будем делать и как мы будем издеваться над Жекой в этой серии. А перед этим, ребята, еще раз вам хотел сказать большое спасибо за то, что вы так любите троллинг. И если хотите больше троллинга, вы знаете, что делать. Ставьте лайкусик прямо сейчас. А давайте, ребята, сейчас мы посмотрим. Все мы знаем, как Жека троллил меня в последней серии. Мол, то, что я старый, мне 21 год. 21 год, ё-моё, пора умирать, мне кажется. А Жеке 17, значит, по сравнению со мной, он вообще... Школотрон. А в этой серии Жека у нас пойдет в детский садик. Да, как вы видите, ребята, это детский садик, площадочка, Жека тут будет играть. Вау, я такой маленький, я такой школотрончик или лизузончик. Так, не знаю, что такое лизузончик, просто рандомное слово, но все же, ребята, детский сад. А, вот так. Жека зайдет в детский сад и тут начнет всеми здороваться. Как видите, тут есть Байди, Некулу, Ложка, Ивангай. Ивангай сразу на него нападет, Жека его убьет. Я скажу, Жека, твоя мать, ты только что зашел в садик, ты уже одного ребенка убил. Как тебе не стыдно, да? Он придет сюда, тут зажгется все подряд. Тут тоже. Ну, в принципе, Жека сразу устроит пожар в этом детском садике. Потом я скажу, чтобы он поздоровался всеми подряд. Неку ему скажет, дебил, пошел в жопу у Жека и всякое остальное. Потом он может стукнет Бадди, и он на него нападет. Потом, если он пойдет поздороваться с Викой, то тут у него все провалится. И Жека может тоже провалиться. Посмотрим, да? Но тут у нас есть Петрович, дежурный детского садика, который за всеми наблюдает. Если он нажмет на вот этот рычаг, или если он нажмет на вот этот рычаг, то Петрович провалится. Этот блок исчезнет у него под ногами, и он провалится в лаву. Да. И вот тогда я скажу, Жека, ты прям какой-то дебил, что ты всех убиваешь, ты школьник конченый, да? И у Жеки уже будет наказание. После этого он сможет зайти вот сюда, тут у него будет туалет, если он сюда наступит, то тут все, в принципе, взорвется к чертям собачьим, да? Извините за выражение, так оно и будет, тут тоже все подожжется. И, в принципе, после этого я нажму на вот этот рычаг, и Жека не сможет шевелиться. И вот тогда я достану свой ремень и начну его дубасить по жопе, потому что... Жека очень плохой школотрон, буду так его называть, да? И после этого, после всего этого, то, что он тут натворит, он отправится к директрисе детского сада. Я ее так назвал, потому что я не знаю, как она называется в реальной жизни, но все же, она будет вот тут. Жека должен будет перед ней извиниться. Я скажу, типа, Жека, делай, что хочешь, делай, что знаешь. Главное, чтобы тебя вот эта директриса извинила. Ты знаешь, что хочет директриса? Он подумает опять что-то опошло, потому что Жека у нас извращуга. В хорошем смысле, я к Жеке всегда хорошо отношусь, но извращуга. Все мы знаем то, что Жендос у нас извращуга, да? И Жека начнет, о, директриса, директриса. А на самом деле ему нужно будет нажать на вот этот рычаг, нажать на вот этот рычаг. Тут у него пропадут блоки. Нужно будет найти два ведра с водой. Да, я просто скажу то, что, Жека, тебе нужно полить цветы, а не дрючить директрису. Жека, ты что-то попутал. А два ведра, одно ведро будет тут, одно ведро будет за картиной. Вот сюда. Если он пойдет сюда, то тут он сразу провалится, а если он додумается, то он перепрыгнет вот сюда. И тут будет еще один сундучок с ведром воды. После того, как он польет все вот эти цветы, я скажу, Жека, ну ладно, 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 ты так и не справился с заданием, потому что ты извращуга и всякое такое. После этого я отправлю его домой спать, учить уроки и всякое остальное. Жека придет домой, я скажу, Жека, ты был плохим мальчиком, никакого компьютера, давай перебирай картошку, учи уроки, давай ложись спать. И все, никакого компьютера, никаких гуляк ты не... Хороший мальчик, завтра опять пойдешь в детсад и посмотрим, как ты себя завтра будешь вот там вести, да? Жека уснет, я скажу, Жека, ты уснул? Хорошо, спи. И Жеке приснится сон. Он отправится вот туда, высоко, высоко, высоко. Я скажу, Жека, тебе же нравится, когда тебе снится, снятся эротические сны. Жека же извращуга. А его там, на самом верху, будет куча-куча Стефанов, которые будут его дрюкать до посинения, потому что это сон, и Жека никак не сможет выбраться с этого сна.
и застрянет тут со Стефанчиками навсегда. Прям йоу, рифма какая-то. Ну, в принципе, ребята, это весь мой троллинг. Надеюсь, то, что Жека оценит, то, что будет смешно. А давайте сначала отправимся к Жеке и посмотрим, что он там мне сделал. И потом посмотрим, будет ли вот это смешно. Ну что, Эдисон, ты готов? Are you ready? Are you ready? Женьдос, я всегда готов, давай, быстренько. О, знаешь, что я тебе хочу сказать перед тем, как мы начнем? Ну? Что тебе... АЛЯПА! У меня вылетело сердце. Я не буду это перестраивать 35-й раз. Пошел ты в задницу, хорошо? Я только вот тут дорожку перестрою. Иди ты нахрен, Жека, хорошо? Давай, заходи на сервер, я не буду перезагружать. О, Жека сейчас не может зайти на сервер, потому что ему просто нечем заняться. Я пошел проходить твой троллинг. Так, что Жека для меня... Стой, подожди. Что Жека построил для меня в этой серии? Я не могу зайти. Жека, а что это за коридор такой фиолетовый? Что там? Эдисон, перезайди, я не могу зайти. Жека, что там? Ладно, так и же. Пожалеем Жеку, ладно, сейчас. Ну что, Эдисон, теперь давай по-серьезному. Включай гемод 2. Включай гемод 2. Я уже включил, да, я уже включил. Ну так вот, Эдисон, как ты помнишь, в предыдущий раз мы тестировали тебя на твой возраст. Я сказал, что ты дед пердун, и, собственно, это доказал, потому что ты себя ведешь как дед пердун. Вот так вот. Я тебе знаю, что хотел сейчас сказать. Эдисон, тебе уже 21 год. Ой, еще, подожди. У меня кризис среднего возраста. Да, вот прям сейчас наступил. Подожди пару минут, я буду. У меня это пройдет. Ладно, давай, уже прошло. Ты спину заломила. Короче, это. У тебя, знаешь, у тебя нету до сих пор девушки, понимаешь, тебе уже 21 годик, уже пора замуж. Тебе замуж пора, извращу. Жениться тебе уже пора. В общем, знаешь, Эдисон, я так подумал, я тебе помогу. Я тебя отправил в ночной клуб. Заходи, может там кто-нибудь себя подцепит. Давай. Докажи, что ты еще молодой. Жека, можно секундочку? Я просто забыл сказать подписчикам, потому что у меня новая модель Кракена. Вот смотрите, какая крутая. Про что никто не думал, что у меня с наушниками. Скоро будут новые, так что не смотрите. Ладно, у меня девушка будет в этой серии? Ну в смысле, ну как бы ты, от тебя зависит, ты идешь в ночной клуб, как бы, если ты молодой, то в принципе, возможно, ты кого-нибудь подцепишь. Вот. Ладно. Вот они сопроходим. Так же ко мне странно, они меня бить не будут, нет? Да не. Это нормально, то, что. Это нормально, что праздники надо. Ой, Эдисон, мне кажется, ты там не пройдешь, Эдисон. Вы-ка надо в другую сторону. Эдисон, давай, ищи другой проход. Возможно, здесь какой-то черный выход, я не знаю. Ну. Черный выход на главном ходе. Ты прям... Тут явно что-то должно быть, Эдисон. Ты посмотри повнимательнее. Как ты любишь вот эти коридорчики, да, делать? Я вот, конечно, понимаю, что ты дед пердун, и ты уже ничего не видишь перед собой. О, как что ты нашел, Все, не иди за мной. Так, я могу, в принципе, по-другому сделать, так что не переживай. Собственно, Эдисон, да, вот ты зашел в черный вход. Где? Где? Ну ладно, Вот. Ой, кажется, какая-то плохая мадама, да? А чё она? Да, я не хочу. Ну знаешь, Эдисон, у тебя есть два варианта, как бы. Ты можешь зайти в ночной клуб и подцепить там какую-нибудь девочку, а можешь, в принципе, не утруждаться и подцепить девочку легкого поведения. Не-не-не, она сказала то, что ничего мне не скажет, паскуда. Ну ладно. Тогда, Эдисон, тебе нужно будет все-таки идти. Да, идти в ночной клуб. Идти в ночной клуб? Давай, давай. Ты справишься. Ой, кажется, дверь закрыта. Ой. Слушай, а мне кажется, пароль знает вот эта вот девочка легкого поведения. А как? Она мне же ничего не... Давай, фигачи. Ты, главное, не скинь ее. О, что-то... Ладно, давай, тебе 8-5-4-2. Ладно, 8-5-4-2. Ух ты, Эдисон, уже убил девушку. Ты тут никогда не найдешь девушку. Это ты меня заставил, как бы. О, нифига, Жека, ты прям красавец. Так вот, это, собственно, ночной клуб. Проходи в ночной клуб, проходи. Ну ты вот вниз спускайся по лестнице. Да не так, ты по лестнице спустись. Там меня что-то убьет. Мне вот прям чувствует моя задница. Да не. Эдисон, ты ваш... А, я не убил, у меня мышка не работает, Жека секу. Ай, да, все, работает. Пошли. Эдисон, ты понимаешь, ты в раю просто. У тебя тут есть мадамы, ты можешь к ним подкалывать. Вот иди вначале накати. Вот иди сюда, вот тут есть бармен, ты можешь накатить немножко. Вот выбирай, вот бутылочку тебе бери. Апельсиновый сок, можно, пожалуйста? Нет, ты вот это выпей, вот, по-моему, тут вообще крутой напиток. О, а еще. Да, пей, ты пей. Это минералка обычная, не хочу минералку. Ну да, так ты пей, тебе понравится. Да ты... Ну ладно, можно, в принципе... А, Эдисон, так нельзя, нет! Не нажимай на эту кнопку. Не, реально, не нажимай на эту кнопку, пожалуйста. Жека. Она для меня.
Ой, меня сейчас плющит, что мне... Ай, да ты... Собственно, Эдисон, веселись, танцуй, покажи всем, насколько ты молодой. Жаль, вот вставай, вставай на танцпол. Убери, всех тошнит, уже подписчиков даже убери, пожалуйста. Нет. Эдисон, пить надо поменьше, давай танцуй. Эдисон, нет, как это ты плохо танцуешь? Мадама не соблазняет. Я просто на камере танцую, а не в Майнкрафте, понимаешь? Нет, ты в Майнкрафте танцуешь. Ой, ну слушай, по-моему, как-то девочек это не цепляет. Ну попытайся как-нибудь по-другому. Вот так, да, так мне кажется, получше будет. А вот эта мадама ничего не скажет? Нет, так, видимо, Джека. Она тебе ничего не скажет, Эдисон. Видимо, она тебе ничего не скажет. Ничего не скажет. Ну, собственно, там, ты там развлекайся. Ой, где ты очутился? Эдисон, кажется, кажется, это все... Жека, подожди, это Петро... Он перепил? Петрович перепил? Да, Петрович перепил. После Эдисон... работы перепил? Ну ты потом поймешь, ладно. Эдисон, подожди, ты понимаешь? Ну. Кажется, это все был сон. В смысле сон? А что, я девушку себе не нашел? Ты просто спал вот в своей койке. А это кто такие? А ты помнишь, что было в предыдущей серии? Помнишь, на чем все закончилось? Гномов? Нет, это что за гномы какие-то? Нет, ты попал в дом престарелых. Властелина колец. Гимли, вот смотри, Гимли вот там. Эдисон, закончилось на том, что ты попал в дом престарелых. И, собственно, ты просто спал, и тебе все это мерещилось. Никакой девушки ты не найдешь. Ой. Пердун. А девушки не любят дедов-пердунов. Нет. Вот. И я, Эдисон, знаешь, я банкую, кажется, у тебя, по-моему, галлюцинации какие-то начались. Не, все нормально. Ну что-то маленькая галлюцинация началась, может? Не хочешь выйти из дома престарелых? Мне кажется, там круто. Помните, какие-то галюны. Галюны, тебе таблетку не нужно от головы, не хочешь? Нужно, дай таблеточку, пожалуйста. Ну, сейчас, давай. Дай таблетку. Ну, сейчас я дам таблетку. Жека, я не могу сюда пройти. Да можешь, вот, проходи. Ой, кажется, галлюцинации, ибрагимы раздвоились, что происходит? Ой, расстроились, разочарились. Ой, Эдисон, на пенсию, тебе пора на пенсию. Все-таки так и остался дедом пердуном. Ладно. Это все, Жека? Да, это все. Ладно. Так, ну я готов приступить к твоему троллингу. Куда мне идти? Ну сейчас мы посмотрим. Давай, пошли. Ну это, в принципе, так уже дед пердун, как бы. Да. Я-то дед пердун, а ты-то школотрон лохотрон, так что пошли. Стой там, школьник, стой там. Я вообще-то уже не в школе учусь, так не надо. Так, Жека, если тебе 21, и я очень стар, а тебе 17, значит ты вообще школьник просто лохотрон, реально, ты прям лохушка, потому что ты Женечка, да? Ну ладно, короче, школьник, пошли за мной. Это даже не школьник, Женечка, пошли, заходи. Сегодня 17-летний ворчун школотрон попадет в детский садик, потому что ты настолько еще пискляв, соплив, короче, если я дедуган, то ты, значит, пискля, сопливая. Жека. Нужно уже быть молодым ребенком, чем сидеть там пердуном. Правильно? Ты тут разведай обстановочку, давай. Что, мне нравятся качельки? Да, вот, покачайся. Маму твою позвать, сисечку пососать, молочко, не? Да не, нет, спасибо. Не, ну ладно, давай, заходи, Жека, знакомься, нажимай на всех, знакомься. Ой, это, что-то у меня прям какая ностальгия, сейчас бахну, алло, Ивангай, алло, что это? Жека, ты чё? Это Ивангай, ты чё, Ивангая бьёшь? А ну, Ивангай, отомсти ему, а ну, давай. Не-не-не, Ивангай, гори. Жека только что пришёл в садик, уже успел убить Ивангая. Ладно, давай знакомься с своими одногруппниками. Нажимай на них, чё. Это кажется, что это девочка лёгкого поведения, да? А вот Петрович, видишь, он перепил просто. Видишь? Он тоже есть Петрович? Он вернулся на работу. Вот это рычаг. Твою мать! Петрович! Жека, ты только что пришел в садик, ты уже двух людей убил, дебил! Ой. Ладно, давай знакомься с своими вот этими. Нажимай на них, что они тебе скажут. Этот ничего не скажет. Слабак тупой. А это что? Пошел в жопу. Ну все, и тех она, говнюк. Пошел ты в жопу. Уже троих людей убил. Жека, никто тебя не любит. Жека, никто тебя не любит. Да, кто там умирает? Да кто там умирает, а? Никого тут нет. Ладно. Жека, ищи тут проходы, ищи тут выходы. Или можешь остаться в детском садике, школотрон. Ищи тут, не знаю. В принципе, тебе, мне кажется, и тут нормально, да? А это что за кнопочки? Ой. Жека, только что пришел в садик, уже пожар устроил. Это ты все сделал, я тут ничего не делал. Алло. В смысле, какие тут... Жека, ты уже... Ты уже пожар сделал, Жека. Уходи с этого детского садика. Ищи проходы, ищи проходы. Жека, ты уже пожар сделал, ищи проходы. Давай. Жека,
Не, ну явно не в лаву же нужно прыгать. Жека, все горит, все горит. Ищи проход. Да ищи. Жека, огонь распространяется, давай. Блин, куда? Я не понимаю. А, сам горю, хватит тебя поджигать. Ты провокатор. Жека, все горит, Жека. Тут нет никакого прохода. Нечестно. В смысле нечестно, ты сам упал. Давай, Жека. Ищи, ищи. Хорошо, выход, да. Ищи выход. Так, может тут так, в углу так, что-то так. Есть, я не знаю. Спрячься в туалете, может. В каком туалете? Тут нет вот никакого тут, туалета. Вот тут, вот тут, вот в углу, вот там, Жека. А, давай. Вот этот туалет. Да. Вот он. Ой. Ой, нет, кажется, туалет не нужно. Жека, ты что наделал? Ой, детский садик, нет, детский садик. Ой, Жека, и что ты наделал? Нет, нет. Жека, и что ты наделала? Почему я бегать не могу? Решил самоубийца. Ладно, ты, раз ты такой непослушный мальчик, раз такой непослушный, тебя вызвала директриса садика. За то, что ты был, за то, что ты был нехорошим. Мне ничего там не делай, Жека, ничего, ничего. Тебя вызвала директриса, садись к ней на стол. Тебе нужно как-то оправдаться перед директрисой, ты знаешь, что делать, Жека. Что? Ну, директриса любит... Когда перед ними оправдываются, попроси прощения, Жека. Ну можно я ее утоплю, пожалуйста? Не-не-не-не. Можешь утопи. Ладно. Ты уже не пройдешь это испытание. Может тебе водичка пригодится, а может нет. Все понятно. Ой! Все понятно, значит, да, все понятно, значит, ладно. Все понятно тупому школьнику Жеке. Все понятно. Жека, извиняйся перед директрисой, она тебя просто не выпустит по-другому. Нет, я хочу ее утопить. А ты ее не утопишь. Ты, ладно, можешь оставаться тут навсегда, в этом кабинете. Ладно, 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 извини. Ой, шох, ты маленький прокальник, ты будешь наказан. Ну ладно. А как Жека будет наказан? Жека, может даже себя по жопе пошлепать? Нет, ничего не буду. Ой, мне кажется, директриса хочет этого, Жека. Я что-то не особо хочу. Ну чуть-чуть. Нет. Ну чуть-чуть, Жека. Нет. У тебя геймод 2 должен быть, а не 0. А у меня геймод 2, я ставить-то могу блоки. А, да, ты не ставь, Жека. Да не ставь! Давай, давай, извиняйся. Да не хочу перед ней извиняться. Извиняйся. Нет, не хочу. Давай. Что там такое? Боже, что-то есть? Вода, 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 я взял воду. Жека, директриса хочет, чтобы ты просто полил цветы, дебила кусок, извращуга, школотрон, давай, давай. Школьник, давай, поливай цветы. Дебила, поливай цветы, а не уничтожай цветы. А как я буду поливать? Для чего тут есть ямки снизу, а? Вот оно что, сейчас. Я полью. Ой, я тебя поздравляю, цветы где? Вот, молодец. Я почему-то войски поставился, ну ладно. Ты, Жека, ни с чем не справляешься, ты вообще тупой, поэтому... Школьники очень тупые, ты знал это, Жека? Не, мне телепортировать не надо, не надо, Жека, никакого меня телепортировать. Не-не-не. Ты очень плохой. Я вцепился за рояль, нет. Жека, ты очень плохой. Директриса, спаси меня. Директриса, я утоплюсь. Жека, ты будешь наказан, пошли в твою комнату. Пошли в твою комнату. Ты будешь наказан, Жека, пошли. Давай, заходи. Это на что такое? Да. Заходи в свою комнату, Жека. Давай, давай, давай. Заходи, да. Заходи в комнату. Да давай заходи уже в комнату. Я так постою. Не-не-не, давай заходи. Да мне так нравится. Да, заходи в комнату, будешь вдвойне наказан, я тебе обещаю. Жека, никакого компьютера сегодня. Вот Глашка, вот картофанчик будешь чистить сейчас. И неделю из дома не будешь выходить, потому что ты такой непослушный школотрон, который курит, пьет, ругается матом, оскорбляет своих чего, там учителей. Это все не про меня. Убивает, ребят, вы все видели, сам то, что... Сам поджег детский сад. Он вошел в садик. Убил 4 людей и поджег весь садик. Потом взорвал туалет, убил Петровича. Меня поставили. Жека, ты наказан. Поэтому... Батя должен сделать то, что он должен сделать. У меня в руках ремень, Жека. Нет, не больше похоже не на ремень. Ну, что тебе больше нравится? Утопись, батя, утопись. У меня ремень есть, так что, Жека, мне кажется, тебе нужно доказать, то, что ты такой не послушный. На тебе ремнем по жопе, нехороший. На, школотрон, школотрон. А где ж говнюк, нет, тебе... Жека, это еще не конец. Это еще не конец. Давай, Жека, ложись спать. Спать быстро. 7 часов вечера. Давай, ложись спать. Лег спать. Молодец.
Жека, Жека, тебе нравится? Жека, Жека, тебе часто снятся эротические сны? Нет. Ну ты любишь это, я знаю. Поэтому, Жека, тебе сейчас снится очень эротический сон. Какой ты был сон? Очень непослушным, поэтому тебе снится эротический, но очень плохой сон. Что? Нет! Нет! Жека, тебе это все снится тебе. Просто со стефанчиками ты тут проведешь вечность. Наслаждайся. Да в смысле, нет! Наслаждайся сном, Жека. Нет! Я боюсь во сне падать. Жека, вот такой вот у нас Жека непослушный мальчик. Очень непослушный шкалотрон. Поэтому Жека был наказан. Все, Жека. Ты ко мне не садись в школу, в детский сад отправляйся, ты мне тут не нужен. Давай, иди домой уроки учи. Ты сам отправишься в дом престарелых, так что не ворчи. Иди в детский сад. Да-да-да, пердун. Давай, сопляк мелкий. Пердун. Сопляк мелкий. Нет, пердун. Сопляк мелкий. Ребята, наверное, после этих всех обзывательств мы будем заканчивать эту серию. Ставьте большие пальцы вверх на вот этот видос, если хотите больше серии с троллингом, да, Жека? Да, и не забывайте писать в комментариях, что Эдисон тебя пердун. Что, Жека, да, шкалотрон лизун, сосун, сопляк и всякое остальное. Дебил, в общем, да. Пока.